Всем привет! С вами канал Товары Алиэкспресс. В этом видео я покажу обзор детской хлопковой кофточки-рубашки. Пришла она за 2,5 недели, и ее стоимость 6 долларов и 99 центов. Не 8. То есть, в принципе, довольно недорого. Так, вот такая у нас кофточка в индивидуальной упаковочке. Все тут положено. Сами посмотрим. Size L. Не знаю, наверное, в любой попавшийся кулек положили, потому что я заказала размер 8. Так, вот такая у нас кофточка. Вот такой верх. Значит, сверху идет как сетка такая, прошитая ниточками с прекрасным визеруночком. Все очень классно прошито. Также сверху здесь все аккуратно прошито, не оборвано ничего. Тут даже какая-то есть лейба. Так. В комментариях писали, что эта ткань желтовата, но я этого не замечаю. Вот, все идеально белое, прекрасно. Вот тут только лейба, это желтая, ее обрезать стоит и все. Так. Здесь написано size 130. Это на рост. 130 сантиметров роста. Так. Рукавчики у нас тоже очень аккуратно прошиты. Ну вот, мини-ниточки тут торчат. Ну, в принципе, не так заметны. На резиночках рукавчики. Здесь и здесь. Так. Внизу тоже все прошито аккуратненько. И сзади у нас три пуговички. Вот, пуговицы все пришиты. Тут немного недостригли они нитки, недообрабатывали. В принципе, так все хорошо. По размерам обязательно отпишусь, вставлю фотографии. Как по мне, кофточка очень прекрасная, ткань очень приятная и, ну, честно, впечатлена, приятно очень. То есть никаких замечаний абсолютно нету. Все, ссылочку на товар обязательно оставлю под видео. Подписывайтесь на наш канал Товары Алиэкспресс, ставьте лайки и смотрите другие видеообзоры. Блин, крутая. Вообще класс.